Всем привет, друзья, с вами Болторез, и у нас сегодня очередной инди-хор на днях, ребят. Я закупился отборнейшим говнищем в количестве 6 игр. Все они стоят по 29-30 рублей, и это не единственное, что их объединяет. Еще у них общее то, что отзывы все практически отрицательные, ну, либо крайне отрицательные. В общем, как я уже сказал ранее, это должно быть полное говно, но, ребята, у нас были уже такие хорры, которые мне, в принципе, понравились, несмотря на то, что тоже имели такие оценки. В общем, начинаем, ребят, нажимаем play. Сегодня у нас игра Janitor. Я подготовился, я посмотрел, что значит это слово. Это слово значит дворник. Дворник, вахтер, наблюдатель, в общем, все из этой серии. Окей. Слушайте, у меня есть сразу фонарь. Спокойно, блядь. У меня есть сразу фонарь, и мне это нравится. Я даже не вижу никакого заряда, поэтому нам, видимо, не придется искать батарейки, что очень-очень классно. Ну, допустим. Здесь, блядь, кто-то ест. Блядь, тоже, конечно, ребята нашли место, где тут перекусить в туалете. Подождите, а на что мне открывать двери? Наверное, они не могут открываться. Именно эти. Ну, хорошо. Я сторож. Я, наверное, охраняю это здание. Я вижу, как какая-то хуйня... Я вас понял. Хорошо, съебываем на шифте, ребят, бежим. На самом деле, за какого-то странного сторожа мы играем. Потому что настоящий сторож должен взять метлу и прогнать всю эту хуйню отсюда, правильно? Ну а как так? Нам доверили объект. Мы должны его охранять и никого не впускать. Почему нас-то здесь гоняют? Ну ладно, эти звуки доносятся снаружи. То, что снаружи здания, меня абсолютно никак не должно ебать. А вот почему какая-то какашка, похожая на человека, здесь разгуливает, я не знаю. Надо с этим разобраться. Хорошо, давайте мы спустимся в подвал. Блять, а почему эти двери-то не открываются? Ну ладно. Что я еще умею... Так, он идет сюда. Что я еще умею делать? Я могу прыгать. Так, присесть я, к сожалению, не могу. Окей. Лифт тоже не работает. Ну, слушайте, ребят, он куда-то съебался. Может быть, мы этим воспользуемся и поднимемся на второй этаж. Просто я нажимаю на все кнопки подряд. У меня не вылазит никакой задачи. Я не вижу, что нам нужно сделать. Для чего мы вообще здесь? Мы как бы со своей работой уже не справились, потому что уже пиздец творится. Kill me! Гласит надпись на доске. Это не выглядит как нормальный урок. Блять, ребята, может, просто тут позадурялись немножко. Да, у них такой специфический юморок, но что. Все равно учителя нет в кабинете. Получается, мы в школе. Просто если мы в школе, тогда какого хуя здесь лежат? Раздроченные кровати, там вон каталки, блядь. Это что такая за школа? Если бы в моей школе было подобное... Так, подождите-ка. Тихо, 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 что такое, блядь? Иди нахуй от меня. Мужчина, отстаньте от меня, пожалуйста. Я хочу вообще разобраться, где я нахожусь. Ну, слушайте, если здесь есть каталки и... Я не знаю, что это. Кабинет гинеколога. Может быть, это учебное учреждение медицинское какое-то, нет? Ага, какашка проходит сквозь двери, окей. Будет у него такое кодовое... название. Я вижу аптечку, я никак ее не могу взять.
Я нажимаю на Е, там на R, на T. И ни хера не происходит. Допустим. Предположим, ребят, что я не могу ни с чем взаимодействовать. Я могу только открывать двери. Так, тихо-тихо-тихо, спокойно, размансили. Окей. Блять, сука, ебан... Хорошо, нас убили, окей. Попробуем еще раз. Потому что вроде что-то пошло, ребят, что-то куда-то мы начали проходить, но... Нас поймали. Да, конечно, спокойно. Чувствуется уровень 30 рублей, я бы даже сказал... Точнее, я бы даже дал намного меньше этой игре. Скажу так, ребята. Стоит платить игрокам за то, что они играют в это. Вот если уж откровенно так. У нашего главного героя очень гигантские шаги. То есть хочется чуть-чуть сдвинуться, он, блядь, на полкарты отлетает. Ну, конечно, это не единственная и не главная проблема. Главная проблема – это вот эта какаха, которая меня преследует. Блять, а у него еще, кстати, лицо-то, посмотрите, на гориллу похоже. Получеловек, полуобезьяна. Измазанная в говне. Окей. Но я так понимаю, мы не сможем от него убежать. Или надо на какую-то дистанцию. Ага. На самом деле, оторваться от него просто. Он, сука, меня опять спалил. Хорошо, что мы сейчас сделаем? Мы тогда спустимся на первый этаж и сходим вот в это крыло, потому что здесь я еще не ходил. Да, тут, оказывается, мы можем пройти. Это что такое? Столовая? Очень похоже. Ребят, обязательно в комментариях пишите, что вообще думаете по этому поводу. Что вообще нам... Опа! Нужно сделать. Так, подождите-ка. Я нашел бензопилу. Ну, согласитесь, это странно, если лежит бензопила, допустим, в медицинском учреждении. Учебном медицинском учреждении. Наверняка эта пила лежала для нас. А как мне ее взять-то? Ну, это кухня. Это явно кухня. Неужели игра хочет сказать... Тихо-тихо-тихо. Да, отлично. Этот говнарь, оказывается, ходит через столы и спокойно на них забирается. Неужели они хотят сказать, что на кухне готовили с помощью бензопилы? Это же пиздец. Что там можно с помощью нее нарезать? Еще раз. Я хочу понять, для чего она здесь лежит. И могу ли я ее взять. И, блядь, вообще, куда мне нужно идти? Что мне надо сделать? Я не вижу никаких целей. Еще раз говорю. Каким образом игра меня пугает? Ну или должна была пугать, по мнению разработчика. Но я нажимаю левую кнопку мыши, правую кнопку мыши, Е, F это фонарик, Q, пробел. Я на Escape нажимаю, кстати говоря, ничего не происходит, ребята. В меню мы выйти не можем. То есть, если ты сел играть, то будь любезен, играй до конца. Не будь ты тряпкой, не бросай на полпути. Вот что хотел сказать нам разработчик. Окей. Может быть... Ага, он уже где-то здесь рядом. Может быть, за статуей надо было что-то сделать, но нет. Так, эта сука меня преследует, окей. Здесь я вроде был везде, да. Нигде не отображается наше ХП, но мы находим аптечки. Соответственно, которые я не могу подобрать. То есть, я так понимаю, что в этом смысла тоже никакого нет. Вот, вот аптечка. Взять я ее не могу. Но фишка в том, что мы не с первого раза умираем.
Когда человек говно нас бьет. Ну хорошо, попробуем. Так, even more boxes. Так, что и... Да подожди ты, блять, я тут пытаюсь... Сука, пытаюсь разобраться, он меня пиздит. Хорошо, сейчас мы еще раз туда поднимемся. Не знаю, какой я раз уже начинаю игру заново, пятый, шестой. Мне абсолютно не страшно, ребят. Я хочу докопаться вообще, что нужно здесь делать. Просто разработчик же не мог сделать просто вот это без какого-то смысла. Или все-таки мог? Нужно больше коробок. Правильно я понимаю? Мне нужно... Тихо-тихо. Найти где-то коробки и притащить их сюда. Ага, сука, он умеет открывать двери. Хорошо, сейчас мы его обманем, ребят. Так, я выключу фонарик. Окей. Мы от него отстали. Ну да, это получается как бы кухня для преподавателей. Так, когда у нас начинает биться сердце, значит, говно рядом. Окей. О, смотрите-ка, первый пациент. Но он, правда, не дождался, когда его вылечат. Мне нужно коробки найти, нужно больше коробок. Ну, что-то сколько мы тут шароебимся, я вообще ни одной не нашел. Или, может быть, мне ее надо было взять, но я на Е нажимал, и абсолютно нихера не происходило. Здесь, по идее, должен быть туалет, да? А нет. В этой комнате, ребята, ремонт еще не завершен, потому что комната абсолютно пустая. Директор еще не решил, что здесь будет. Так, сук-сук. Опять убей меня. Угу. Блять, какой же этот мерзкий ублюдок, он меня достает абсолютно везде. Ну и что у нас получается? Смотрите, ребят, я исследовал все это здание. Абсолютно везде побывал. Телевизор. Что телевизор? Меня смущает вот эта дверь. Смотрите, ребят, она слегка... Господи, это кто здесь кирпичи укладывал? И почему они расположены именно так? Что за пиздец? Меня смущает вот эта дверь. Потому что она приоткрыта, и такое ощущение, что должен какой-то скрипт сработать. Ага, и сюда зайти я не могу. Возможно, мы должны победить человека-какашку в схватке один на один. Ну, единственная мысль, которая мне приходит в голову, это взять бензопилу. Но это пиздец как логично, потому что, ну, больше здесь вообще ничего нет. Не знаю, на кресле каталки можешь его задавить. Так, откройте, пожалуйста. Так, спасибо. Ну серьезно, а нахуя она еще нужна-то? 1, 2, 3, 4, 5. Как мне, блядь, взять-то бензопилу, ебаный в рот? Отстань от меня. Где я еще не был? Да я везде был. Я уже все исследовал. Спасите, помогите. Так, что такое? Давайте в щепку посмотрим. А, ну это выход получается. И что, и как мне выйти? Подождите-ка, а вот коробки. Ну-ка, 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 ну-ка. Да уйди нахуй, хуй ты сюда залез-то, говноед. Подождите, смотрите-ка, ребят. Еще раз. Да, мы уже все давным-давно поняли, что игра говно, она абсолютно не страшная и не стоит 30 рублей. Это да. Я хочу все-таки пройти ее.
Вот, вот они лежат коробки. Почему я не могу их взять? Я нажимаю на Е. На что мне их подбирать-то? РТ, блядь. Левая, правая. Я уже не знаю, и клавиши зажимаю. Ага, он меня опять нашел. Так, ну давай, давай, сожри меня. Последний, ребята, финальный раз я пробую. У меня такая еще мысль есть. Возможно, нам сперва нужно подняться на второй этаж, прийти в эту самую комнату, увидеть эту надпись, что нужно больше коробок, а потом уже искать эти коробки. Может быть, так сработает. Вот. А больше нужно коробок. Компьютер. Блять, капитан очевидность, конечно. А если подойти к окну, я увижу надпись «окно»? Нет. Ну вот теперь спускаемся к коробкам. Так, вот здесь я видел. Где-то. Блять, не туда зашел. Вот, вот они, коробки. И что? Нихуя не происходит, я ее не могу взять. Ага, смотрите-ка, я зашел в компьютер. Покинь это настолько быстро, насколько ты можешь. Ты не сможешь здесь выжить, человек-говно охотится за тобой. Используй элеватор, ну, видимо, лифт, чтобы выбраться. Интерактируй и... Ага, на парк. Это твой единственный шанс. Скажи мне фамилию, я люблю их. С любовью, Артамон. Ага, и в это время нас поедают, окей. Хорошо. Еще раз, ребята, смотрите-ка. Игра, оказывается, проходится. То есть надо было подойти к компьютеру. Ух ты, блядь, еще и череп лежит. Окей, мы прочитали это. Все. Хорошо. Что теперь? Куда теперь мне бежать? Вот сюда? Эта дверь теперь открывается? Нет? Нет. Она не открывается. Может быть, стоит выбежать через главные ворота? Тоже нет. Быть может, сейчас я смогу взять бензопилу. Тоже нет. Иди нахуй. Кто-нибудь, блядь, скажите, куда мне идти? Хорошо. Элеватор, элеватор. Ну вот. И что? Так он не вызывается, блядь. Он не работает. Мне нужно починить его. Так, а что нам для этого нужно? Ребята, чем можно починить лифт? Ну, блядь, логично, конечно, нажать на кнопку, чтобы пришли мастера и починили его. Но когда я бегал, исследовал все это здание, я не видел вообще никакого инструмента. Блять, ну на первом этаже есть бензопила и поварюшка. Давайте попробуем взять это. Мы также видели коробку. Может быть, в коробке, блядь, что-то лежит. Может, теперь ее открыть можно. Я нажимаю на Е. Я нажимаю на Е на все подряд, блядь. Может быть, наш герой автоматически возьмет... Подождите, какая-то надпись появилась. Может, мы автоматически возьмем нужный предмет, когда его найдем. Хер его знает. Блять, ну, я не знаю, ну, как можно вообще здесь выживать, когда вот эта хуйня постоянно преследует и достает тебя вообще везде. Куда бы ты ни забрался. В общем, ребят, вот такое вот говнецо за 30 рублей. Естественно, как можно вообще рекомендовать это? Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!